37-я улица, базар, базар по дереву. Че Гевара, Че Гевара, о, Че Гевара, базар на 37-й улице, рядом банк, я заходил, значит, банк меняет доллары на куки в размере 0,96, а в гостинице, вот Дос Марос, допустим, в гостинице Дос Марос, там меняют 0,83, что ли, 300. Здесь 0,96, то есть $100 даешь, $100, и 96 куб получаешь. Цены я не знаю, но вот ходил тут, пиццерия, значит, пиццерия была. Девчонки вообще не хотят работать. Здравствуйте, оля, оля. Не хотят работать. На чем я закончил? Да, проезд 8 на кубу стоит 10 куб. 10 куб, это же неплохо. 10 куб. Да. 10 туда, 10 обратно. А экскурсия, наверное. Я не знаю, экскурсия. Тут вообще это тряпки. Девчонки вот сидят, ничего не делают. Базар тут тряпочный. Я не буду здесь много ходить. Много рассказывать тут. Вот тут то ли номера, то ли еще что-нибудь, что-то я не знаю. Вот. Но очень хорошая тут экспозиция. Вот. Типа клумбочки. Экскурсия, я хотел бы съездить на Карибы, но если она будет стоить 50 куб на рылах, я, может, даже и поеду, потому что на Карибах хочется искупаться. Ну, базар-то он большой. Базар большой, да. Все можно купить, короче. Тут футболки, и шляпы. Все есть. Можно все купить. Машины. Тридцать седьмая улица, по-моему, я уже сказал. Банк 33-я улица и 36-я. Ну, где-то так примерно. Можно взять эти магниты, это, наверное. Не знаю, какая цена. Надо сначала куки сделать, короче. Сегодня 28 февраля 2018 года. Пол второго дня. Солнце в зените. Жарко, 30 градусов. Надо идти купаться, короче. Больше нечем заниматься. Доллары я буду менять, наверное, завтра. Пока дойду, пока тут все. Пока 5-10. Ну, пока, до свидания. До новых встреч. Вот так я выгляжу.